Конор Макгрегор провел своеобразную пресс-конференцию, одной из главных тем которой стал потенциальный бой против Флойда Мейвезера. Хотя начал Макгрегор с того, что не очень положительно отозвался об идее поставить на кон боя Нурмагомедов Фергюсон временный пояс. Бизнес есть бизнес, приходится создавать. Потому что эти два парня, которые дерутся за временный пояс, они мешки. Оспаривая временный пояс, они должны радоваться, что я взял паузу и расслабляюсь. В реальности они даже рядом со мной не стоят. Оба будут жестко нокаутированы, у них обоих слабый подбородок, оба размашистые, слишком небрежные. Да пофигу все, я кайфую. Мои глаза смотрят только в одну сторону, и это Флойд Мейвезер. Это бой, который люди хотят, это бой, который хочу я. Я уверенно подхожу к этому бою. На моей стороне размах, молодость, уверенность, непредсказуемый стиль. Невозможно подготовиться к такому стилю, как у меня. Ты можешь сделать этот бой без UFC? Считаю, что да. С учетом акта Али, я считаю, что могу. Особенно, если на моем столе будет предложение. Есть Mayweather Promotions, есть UFC, а теперь есть только что созданная компания McGregor Promotions. Так что я в деле. Вот что я хочу сказать. У меня нет босса. Я знаю, Флойд говорит, Дейна мой босс, он решает. Хрен там. Никто это не решает. Если они разрешают людям выступать на турнирах по джиу-джитсу, они не смогут остановить меня от боксерского поединка. Если Мэнни и Флойд сделали 500 миллиардов, я считаю, что здесь, с учетом пересечения двух видов спорта, с учетом, что до этого такого никто не видел, это бой стоимостью в миллиард. Люди заплатят за бой на миллиард. Что ты считаешь справедливым для себя? Потому что он говорит, что он сторона А, поэтому тебе нужно уступить. Назови свои условия. Он испуганная сторона. Давайте по-честному, он не хочет реального боя. Ему нужны правила, чтобы защититься. Мне не нужны правила. Если бы я решил с ним устроить честную драку, хренам UFC, хренам MMA, хренам бокс, хренам спортивные единоборства. Скажем, мы просто деремся. Это был бы самый легкий бой в жизни. Я считаю, что бой может состояться к концу года. Я считаю, что он состоится к концу этого года или в начале следующего. Пакьяо упоминал бой против тебя. Пакьяо хотел бой, и это еще один вариант. Может быть, нахрен Флойда? Может быть, нахрен сторону А? Может, вместо этого я подерусь с Пакьяо? Почему бы не сделать так? Почему бы не подраться с Мэнни, а Флойд пошел нахрен? Я единственный в этом деле, у кого есть варианты. Всем остальным нужно драться со мной, а я могу драться с любым из них. Так что я в лучшем положении. Что делает меня стороной А? Думаешь, этот бой сделает больше 4 миллионов в пейпервью? 100%. Если Мэнни и Флойд сделали 4,4 миллиона, 100% наш бой с Флойдом сделает больше 4. Слова Конора передали Флойду Мейвезеру, и вот что ответил Флойд. Если я вернусь, чтобы развлечь фанатов, есть только один такой бой, Мейвезер против Макгрегора. Это единственный бой, который я хочу. Состоится ли он? Мы не знаем, что произойдет в будущем. Но мы будем держать пальцы крестиком и посмотрим, куда мы можем двигаться, отталкиваясь от текущей ситуации. Однако есть человек, кому идея Макгрегора о бое против Мейвезера без участия UFC не так уж сильно нравится. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал. Сделать это можно, нажав на кнопку «Подписаться» непосредственно под видео.